Выполнение формирования существовательных операций при работе с различными материалами представляло значительную проблему для мастеров, которые предшествующих появлению массовых электрических и бензиновых двигателей. Одним из оригинальных вариантов решения этой проблемы было использование механизированного станка на одного привода. Примером подобного станка может считаться формировальная машина, созданная в 1907 году американским инженером Полом Кеммингом. Основой его станка была массивная станина, сидевшая для операции, при которой находился маховик. При помощи ременной передачи маховик соединялся с колесом, ось которого подключалась к пусковому валу, с уположной стороны которого вводилась в роликовую формировальную штуку. При помощи рычагов, соединенных петлями, оператор раскручивал маховик, усилие с которого передавалось через пусковый вал на работе инструмента формирования ручки. На корпусе щетки расположен ручной тормоз, с помощью которого можно остановить вращение ролика. Значение данной машины, по мнению автора, могла быть механизированная чистка ботинок. Ножной педальный привод, который использовался в формировальной машине Кумминга, использовался на протяжении 20-го века в одном механическом инструменте, который, возможно, приходилось на педальный машины.